программе 16 факультативов со специалистами кино, мастер-классы и встречи с актерами. Ребята по-настоящему снимают фильмы, пробуют себя в роли актеров, режиссеров, сценаристов. Все тонкости кинопроизводства познают на практике. На семинарах и ток-шоу обсуждают проблемы российского кинематографа и, в частности, молодежное кино. Через кино мы впитываем образы и образ жизни, не только образы, а образ жизни. То есть мы посмотрели кино, мы подражаем этому герою. Кому нам подражать, российскому герою или американскому герою? Чем больше мы смотрим американского кино, тем более американизировано наше мышление становится. Все вот в это упирается. Приехав сюда, я ожидала узнать много нового. Сейчас я получаю это. Я научилась вести себя на сцене, хоть я как бы повышаю свою квалификацию, так сказать. Результатом работы Академии станет создание детских молодежных короткометражных фильмов, мультфильмов, музыкальных клипов, фотовыставок, телевизионных сюжетов и радиопередач. Автору самой лучшей работы предоставится бесплатное обучение в Московском институте телевидения и радиовещания Останкино.